Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сегодня встречался с участниками конкурса «Команда 52». Участники в течение полугода проходят обучение в корпоративном университете правительства Нижегородской области и готовят свои проекты, направленные на развитие Нижнего Новгорода. Когда ты живешь, когда ты приобретаешь опыт в разных сферах, ты понимаешь, что ты можешь его применить и сделать, может быть, даже лучше наш мир, какие-то определенные сферы. И когда я поняла, что у нас есть такая площадка, Купна, команда правительства, я поняла, что, может быть, здесь получится собрать команду и реализовать проекты. Просто подала заявку. Этот проект поддерживает непосредственно правительство Нижегородской области, участвует очень активно город Нижний Новгород, очень активно глава города участвует, заместители глав. Это очень действительно подкупает, потому что именно они становятся нашими наставниками, которые корректируют, направляют и дают правильную цель к тому, чтобы мы сделали правильный проект, смогли его реализовать и действительно стать полезными для нашего региона. Очень хорошая идея с точки в части стажировки, вот по нашей ту фишу, которая отличает вас от хантеров, других платформ, да, и специализацию на регион. В принципе, если вложить определенный объем ресурсов в реализацию этого проекта, то он имеет хорошую перспективу очень.